Два фингала, блин, под каждым глазом. А у меня Кровавые такие. лоб отбитый, блин. 10 касаний на тебя Челюсть поставлю. сломана, очки целые. Типичный мехакер. Хола, амигос, мы продолжаем гоняться друг с другом. Сегодня по-прежнему с вами Квантум Амиго. Короче, здрасте, Сербинин и мехакер. Вот. Всем привет. Приветики, приветики. Дикие приветики. А что, куда ехать? Что, дик? А, вперед? А что, я первый, кстати? Нихера себе! Что-то полетело уже. Бешеная Месилова. Что-то у меня... Что за жесть? Все взорвалось. Все взорвалось. Почему-то взрываю только я все. Ой, тут какие-то рампы, да? Слушайте, пацаны, тут прыгать надо. Вот он. Ой, чувак, горит! Ой, а тут... Нет! Пошел вон от меня! Там невозможно запрыгнуть, надо было бесконтактно ставить. Да? Там сейчас опять пробка будет. Я не могу проехать, Щербинин взорвался. Кто меня взорвал, Щербинин? Не знаю, я машину вообще... Ой, машину... Сейчас тут будет дикая пробка. Проезжайте, пацаны, ну чё вы? Я врезался. Блять. А тут есть еще один ход. Опа, да. А, не дотянул. Тут же еще один проход есть. Где? Вот. Нет, там не проедешь. Я сейчас через... Да? Я сам проехал. Ты первый? Да. Нужно слева есть проезд еще. Кто-то заметил это тоже. Я перевернулся сейчас. Так, у машины не хватает разгона, чтобы залететь. Блин, слева есть еще один трамплин, говоришь? Ёб твою мать, я теряю время на переворот. Ай. Все, я первый. Я еду, тут никого нету, спокойненько. А где слева еще один-то трамплин? Да, там слева прямо есть. Там автозак. Автозак? Да. Твою же мать! Твою же мать, успокойтесь, дебилы неадекватные. А чё я один еду-то, блин, я первый, ладно, хорошо. Я второй. Я дышу тебе прямо в попец. Ой, не надо. Так, я чуть не понял, где вы там слева проезд-то нашли. Да там он справа. Справа или слева он? Слева. Объясни. Ой, тут трамплинчик сейчас будет. Мама моя, мама. Ох, какой резвый Осирис. Точно, он офигенно через фуру. В смысле, а тут как надо? Чё там? Там пипец. Да? Да, не хватает. Действительно. Офигительно, я пролетел через попу. Нет. Чего? Но тут можно объехать. Слава богу. Так я прям тут падаю сразу. А, да? Я даже на моста не вижу. Ебать, а тут не проехать. Или проехать. Тут проехать, я первый. А где вы проезжаете-то? Там дальше. Ой, а вот тут весело, тут весело. Тут нужно на крышу заезжать. Ой, что? Что взрывается? Ну, наконец-то я залетел. Я вернулся, походу, сначала. Что за хрень? Что за хрень? Нет! Машинка, куда ты? Охренеть, блядь, куда меня тут, походу, обгоняют уже. Что опять взрывается? Нет, я тут стал. Назад, машина! Бля, я второй уже. Кто меня обошел? А куда ехать? Нет. А что, нам прямо на крышу, что ли, надо? Да-да-да. Тут жестко. Трубы какие-то разбросали здесь. Тут жестко на этой крыше. Очень плохо, очень нехорошо и кормят невкусно. Крыша. Вообще капец какой-то. Ёб твою маму. Я шел первым, а теперь меня обогнал Амиго. Нет, не Амиго, кто-то другой. Ёбс тудей. Меня обогнал кто-то другой. Нет, я тебя обогнал. Ну сейчас да, ты. Еще кто-то первым едет. Я ж заблудился, растерялся весь. Заблудился, растерялся. А, блядь, водили, блядь. Я всех уже перебрал, а? Вы дебилы. Ты уже всех путаешь, уже заплетык языкается, уже тут вообще просто... Заплетык вылетает. Ты подобрал ту точку? Господи, я второй, наконец-таки. Вырвался из этого хаоса. Третий. А, да и чтоб тебя, и меня перевернуло, конечно же. Нихера себе поймал. Блин, меня тут все обгоняют уже. Пока я переворачивался. Я чуть-чуть... Первого хочу догнать, просто. Ой, там какой-то происходит. Трамплин. На него просто не надо. Это прыгать. Ужасная гонка, просто ужасно сложная. Так что ставим лайки, оставляем. Вован чуть не подосрал мне. Ну, можно сказать, поднасрал. Че, вы накакали? Да, накакали меня прямо на головушку. Хотели в рот, но промазали. Ой, порт этот дебильный. Ага, тут нужно сделать резкий разворот. Так, эй, ура. Вован! Спасибо. Эй, да кто это делает? Я какими-то.
Ой, сейчас видим. Первого вижу. Гайс, офигеть. Ёп, я в базар влезу. Я тоже. Ну, базар, квазар. Да, базар, квазар, лазар. Ой, я первый, ни хрена себе, смотрите, ёп. Ребята, снова из князи в князи, ну или наоборот. О, да что в тебя, Догда! Капец, тут все подтянулись уже, я седьмой. Да. Миха, я первый. Как ёп. Так? Я чтобы, блядь. Ой, я пьёшь, Олег, отлично. Да, бля, ты я шутишь? Не, я тоже врезался. Ни себе, ни мне, бля. Не шипи мне в глаза, собака. Вы что-то вместе едете? Мы не перелетим! Мы перелетим! Нет, блядь, я подтолкнул тебя! Спасибо большое! Происходит, господи! Да он меня подтолкнул прям в попец так удобно. Удобно подтолкнул? Ребята, я думал, вы нормальные. Ну мы, брат, скажи, мужская любовь. Ну не Кавказ. Я не разделяю такой точки зрения. Ну, вот представляешь, ладно, да? Ты зима, короче, вы в тундре, а блядь, с товарищем, с боевым, и члены мерзнут, что делать? Как все, греть дальше их? Нет, Миха, не продолжай, ты же... Мерзные тенята! Может, этот первый нет, он хочет Саня! Спорт. А в очке, между прочим, тепло. Тихо ты! Господи, я сзади кто-то на хвосте едет, пошел в жопу, чувак. Догба! Догда. Догда. А почему меня всегда в воздухе разворачивают, как почему Сашу Грей? Как те негры Сашу Грей, блядь. Тут текстура перекручивает, все застревают. Какой-то ублюдок, я второй теперь. Твою мать, Догда, что ж ты делаешь-то, скотина я паскудная? Уже. Не дай бог я не перечу из-за тебя, Догда. Что это за резервуар с гельмецом каким-то? Я четвертый. Нет, да чё? Я не залетел опять. Прям как моя бывшая. Так, сейчас смогу. Нихуя! Ёб твою за ногу! Мог бы сейчас финишировать, а я понял, как это сделать, но мне помешали. Так, что тут у нас? Мемчики-мемосики. Воу! Серьезно? Здесь такая жопа? Бля, надо быстрее, пока сейчас чуваки не понаехали. Если понаедут, вообще будет жопа. Вообще капец. Да, блин, как я заколебался на крыше валяться. И чё, и как тут ехать? О, Миха, здрасте, мордасти. Да подвиньтесь вы, господи. Твою же мать, а. А, ну что тут? Понимаете? А, вот это, кстати, прикольная шняга. Вот нет, это не прикольная шняга. Блять, Валера. Блин. Блять, вот эти трубы тут зря стоят. Просто финишировали все. Почему я не могу так повернуться? Блин, надо полубоком на трамплин. Вот, не-не, это хорошее, это прикольно, но из-за народа неудобно. Бля, я очень не могу так. Удобно. Я бы сказал, просто безобразно неудобно. Капец, как неудобно. Да подвинься. Эй, вор. Да подвинься. Блядь, кто там нахуй встал? Сука! Да, бля, вы шутите. Ну вот и приехал тот народ, который ты хотел к вам. Все, вот я про это и говорил, сейчас будет блядь полная жопа. Ехал первый. А кто-то уже уехал наверх, по-моему, это мистер Фабиан, да? Я вообще бы мог бы заехать туда, я уже заехал туда, но ты меня скинуло. Я не могу повернуться, почему? Надо машину браком боком поставить, и тогда она проедет. А как ты ее так поставишь-то? Есть! О, заехал кто-то. Есть! Да, да блять! Ура! Каким я хоть финишировал? Я не знаю. Пятым. Пятым, твою сейчас мать! Сейчас шестым. Вы чё, оба поднялись? Ой, давай! Давай, машинка! Куда? Не туда, блять! Я не туда выехал! Сука! Ну я хер знаю, каким вы шутите, бля! Ехал первым, блин, все испортили. А, так вы еще не можете запрыгнуть. Я же я тоже ехал первым. А где финиш? Есть, наконец-то. Финишировал? Да. Ну что у меня черный экран? А, десятый. Шестым, короче. Вы финишировали пятым. Ну ёб же ж твою за ногу. Шестым! Ну, ах ты! Обтялись. Да.